Здравствуйте! Нам нужно упростить выражение 28b в шестой степени делить на 7b. Итак, это то же самое, что и 28 седьмых умножить на b в шестой степени и делить на b. Теперь у нас отдельно записано деление чисел и деление переменных. И здесь b в шестой степени делится на b, то есть на b в первой степени. Теперь мы можем упростить это выражение. Чему равно 28 делить на 7, мы знаем. 28 делить на 7 – это 4. Значит, вот это равно 4. А вот b в шестой степени минус b в первой степени равно b в степени 6 минус 1. Значит, здесь мы можем записать 4 умножить на b в степени 6 минус 1, или b в пятой степени. Таким образом, наш ответ 4b в пятой степени. На этом все. До скорых встреч!